Военные пенсионеры, афганцы и чернобыльцы, а также дети войны объединились, чтобы бороться за свои права. В парламенте прошло заседание комитета соцполитики с представителями профсоюзных и общественных организаций. Обсуждали перерасчет пенсий, и если власть в ближайшее время не прислушается к требованиям пенсионеров-силовиков, они обещают массовые забастовки. Ми сьогодні проголосували створення єдиного соціального штабу. У нас буде єдиний соціальний рух. У нас буде 5 ключових вимог. Один за всіх і всі за одного. Я готовий взяти на себе відповідальність по організації цієї роботи. Я ще раз хочу наголосити, якщо наші вимоги по перерахунку пенсій, соціальному захисту не будуть виконані, ми готові до вірменського сценарію. Будемо перекривати дороги, перекривати аеропорти, будемо блокувати Кабінет міністрів, Верховну Раду України. Є ті шаги, які показали, доказали на всіх рівнях, що парламент принимал неконституционные решения, что парламент сегодня нарушает Конституцию Украины, что правительство сегодня не выполняет законы Украины, тем самым также нарушая Конституцию Украины. Безусловно, в любой нормальной цивилизованной демократической стране после таких решений вывод может быть только один. Это отставка правительства и перевыборы парламента.